Всем привет! Вы смотрите Москвин Channel, и с вами, как всегда, я, Москвин Игорь. Многие думают, чтобы подарить второй половине на 14 февраля. Так вот, я хочу предложить вам один вариант прекрасного подарка. Для этого нам понадобится карандаш, резинка, рамка, ножницы. Также надо будет листок от старой книги, можно новый, красный лист и веревочки. Я сделал вот такую вот косичку из веревочек. Ну, в общем, все это нам понадобится. Итак, для начала нам потребуется нарисовать дерево. Я склеил две странички, чтобы было более целое дерево. С обратной стороны это выглядит вот так. Давайте нарисуем. Рисуем примерно на глаз. Тут были какие-то веточки. И было похоже, что это дерево. Далее мы этого дерева вырезаем. Ах да, чуть не забыл. Дерево нужно рисовать с обратной стороны. И рисовать нужно зеркально. У нас получилось вот такое замечательное дерево. Теперь вырежем сердечки. Возьмем лист бумажки, отрежем небольшой кусочек. Я заранее его померил. Нарисуем сердечки. Одно поменьше, второе побольше. Сложим листик напополам. И делаем только один вырез. Таким образом получаем ровное сердечко. Также вторую складываем листик пополам. И делаем только один вырез. Также получаем красивое, ровное и, самое главное, симметричное сердечко. Далее возьмем заднюю часть рамки, вырежем по ней бумажку белого цвета и приклеим клеем. Вот
так вот у нас получилось. Так, ну что ж, приступаем к сборке. Нам нужно отрезать вот эти вот торчащие кусочки, чем я сейчас и займусь. А теперь давайте приступим к развешиванию сердечек на наше дерево. Берем нашу веревочку, отмеряем расстояние, которое нам потребуется. Я уже заранее отмерил и наметил на листочке. Приклеиваем сначала к сердечку. Клею нужно дать некоторое время для того, чтобы он высох. Итак, теперь нам эти сердечки нужно приклеить так, чтобы было похоже, что они привязаны к ветке. Иголочкой приподнимем веточку и нальем туда клейку. Также поднимаем иголочкой и просовываем наше сердечко. Также поступаем со вторым сердечком. Капаем еще маленечко клея. И прижимаем. Далее мы просто вставляем это в рамку. Я взял темную такую рамку. Рамку использую без стекла, так как хочу, чтобы сердечки мои болтались. В сердечках можно написать какие-то надписи. Также вот здесь вот у нас есть свободное место. Можно написать какое-то пожелание. Или также подпись написать. Ну вот, в принципе, и все. Спасибо за просмотр. До свидания.